Ирина Долгова. Весовая категория до 48 килограммов. Мастер спорта международного класса. Лучшие спортивные результаты. Третье место на чемпионате Европы в турнире «Мастерс», а также первое место на «Большом шлеме» в 2015 году. Наталья Кузютина. Весовая категория до 52 килограммов. Заслуженный мастер спорта. Трехкратная чемпионка Европы, обладательница бронзовых наград двух чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Победительница турнира «Мастерс» 2015 года. Екатерина Валькова. Весовая категория до 63 килограммов. Мастер спорта России международного класса. Бронзовый призер чемпионата Европы и двух турниров серии Гран-при в 2016 году. Ксения Чибисова. Весовая категория свыше 78 килограммов. Мастер спорта России. Призер турниров серии «Большой шлем» и «Гран-при». Беслан Мудранов. Весовая категория до 60 килограммов. Заслуженный мастер спорта. Трехкратный чемпион Европы. Серебряный призер чемпионата мира 2014 года. Михаил Пуляев. Весовая категория до 66 килограммов. Заслуженный мастер спорта. Обладатель двух серебряных наград чемпионатов мира и двух бронзовых медалей чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов. Денис Ярцев. Весовая категория до 73 килограммов. Мастер спорта международного класса. Победитель турнира «Мастерс» 2015 года и студенческой универсиады 2011 года. Хасан Халмурзаев. Весовая категория до 81 килограмма. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2016 года, победитель студенческой универсиады 2015 года. Кирилл Денисов, весовая категория до 90 килограммов. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы, обладатель серебряных наград чемпионатов мира 2009 и 2015 годов. Тагир Хайбулаев, заслуженный мастер спорта, весовая категория до 100 килограммов. Олимпийский чемпион игр 2012, чемпион Европы 2009 и мира 2011 года. Ренат Саидов, весовая категория свыше 100 килограммов. Мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2015 года.